Всем привет! Хотите, покажу девушку, которая завоевала сердца многих, очень многих пользователей сети и стала мемом недели. Знакомьтесь, это Сэм, голубоглазая, темноволосая девушка в джинсах и футболке Поло. Правда, она очень милая. Не думала, что трехмерное изображение девушки-маскота станет за считанные дни популярнее даже известной тиктокерши Карины, которая завоевала армию фанатов аниме. Сэм или Саманта – это неофициальная виртуальная помощница Samsung. Компания решила улучшить своего голосового помощника Bixby и превратить виртуального 3D-ассистента. Правда, официального подтверждения этому пока нет. По сути, он помогает упростить жизнь пользователя, отвечает на вопросы, выполняет простейшие действия, открывает приложения и многое другое. И теперь эту функцию должна на себя взять Саманта. Цифровой образ девушки настолько понравился юзерам, что они стали снимать видео о ней. За несколько дней у аниме-маскота появилась внушительная фан-зона. В Твиттере уже есть пародийный аккаунт Саманта Samsung, а в ТикТоке ролики с ее участием посмотрели почти 100 миллионов раз. Многие сравнили девушку с героиней корейского аниме «Сны оружия» и даже с «Леди Вампир». Впервые Сэм увидели 28 мая, когда бразильская CGI-студия Light Farm опубликовала серию снимков. Арты появились на сайте компании, правда, сразу были удалены. Но интернет помнит все. Рисунки стали вирусными, и тут пошла душа в пляс. Девушку перерисовали в разных образах и стилях, в том числе в эротическом. Ответ на откровенное изображение Сэм не заставил себя долго ждать. В ее защиту вступили девушки, и вот что они пишут. Ассистентка Samsung очень милая и прикольная, но извращенное мужло умудрилось сделать с ней порно. Пожалуйста, отключите им интернет, изолируйте от общества и депортируйте, желательно, куда-то на Марс. Стремительная популярность Саманты родила еще больше мемов. Вот один из них. В руке вместо смартфона появляется много интересных вещей. Впрочем, многие пользователи айфонов уже заявили, что с такой помощницей с удовольствием бы стали пользователями Samsung. Вот так и не заметишь, как виртуальная жизнь превращается в реальную.